Полуостров строгого режима. Так назвали Крым участники круглого стола, который сегодня устроила в ПАСЕ украинская делегация. Среди спикеров уполномоченный президента Украины по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, правозащитники и родственники политзаключенных, евродепутаты. Говорили о нарушениях России, Женевской конвенции и игнорировании решений Гаагского суда, а также о военизации Крыма и судьбе похищенных активистов. В частности, о заместителе главы Меджлиса Ахмета Чуйгоза, который уже 2,5 года сидит в Симферопольском СИЗО. Он заложник, как и многие другие десятки украинских политзаключенных в России. Это заложники. Их надо спасать. И я считаю, что пассивность в этом вопросе крайне опасна. Она, наоборот, разжигает желание российских властей брать новых и новых заложников.